Друзья, добрый день! Сегодня хотела вас познакомить с таким сортом, как Groundbreaker. Он выведен голландским селекционером Алексом Шумахером. Также он выводил такие сорта, как Little Blossom, Little Rosie или Little Rosie. И он создал вот такую маленькую крошку, самая маленькая в мире гортензия Groundbreaker, которая вырастает до высоты 30, максимум 40 сантиметров. Про Groundbreaker я вам уже рассказывала месяца полтора назад. У меня два материнских кустика. Один я высаживала в миксбордер, а один у меня вот в 7,5 литрах контейнере находится. Вот данный кустик уже начал цвести, и я вам хотела показать, какие необыкновенные цветочки у данного сорта. Посмотрите, маленькие соцветия, но они еще здесь будут побольше. Сейчас мы с вами померяем соцветия, но они еще будут распускаться. Они, видите, не до конца распустились. То есть на данный момент, сейчас мы с вами померяем, 11 сантиметров. Ну, я думаю, что до 14-15 сантиметров они вытянутся. Давайте следующее соцветие померяем. Так. Ну, тоже где-то 12 сантиметров. Вот сейчас, минутку. Ну, вот да, где-то 11,5-12 сантиметров. Значит, соцветия у Groundbreaker, они вот белоснежные, а потом они будут розового оттенка, там более светло-розовые, темно-розовые. Сорт, вы знаете, очень красивый, листва. Посмотрите, какая ярко-зеленая, изумрудная. У нее тонкие, такие небольшие длинные листики. Очень листва красивая, ну и сам сорт мне очень понравился. В ширину этот сорт достигает до 50 сантиметров, то есть он ну, так будет вот такой шапочкой, то есть 30-40 сантиметров в высоту и в ширину до 50 сантиметров, то есть это такой будет шарик. То есть его можно использовать в качестве вазонного растения, то есть в вазоны посадить. Террасное озеленение. Также рядом с крыльцом можно посадить, вдоль дорожек. Этот сорт гортензии, ну, как и все остальные сорта гортензии, любят влажную, удобренную почву. И хотела вам показать, какие у меня есть саженцы гортензий, именно Groundbreaker. Смотрите, пожалуйста, то есть есть вот так в один побег Groundbreaker. Сейчас корневую вам покажу. Вот такие корни. Сейчас мы с вами посмотрим высоту. Так, 13-14-15, ну, где-то 17 сантиметров в среднем. Это в один побег. То есть вот они одинаковые. У меня их много, просто я, чтобы вам показать, достала немножко. Либо вот такие на два побега есть череночки. Вот, все чистенькие. И мы сейчас... Высота данных саженцев, ну, где-то 12 сантиметров примерно. Да? Ну да, в среднем 12 сантиметров. Если кого-то заинтересовал этот сорт, пожалуйста, пишите мне на WhatsApp. WhatsApp будет указан в первом закрепленном комментарии и в описании к данному видео. Еще раз повторюсь, это новинка этого года, 2024 года. Гортензия Groundbreaker. Создателем этого сорта является Алекс Шумахер. Посмотрите, какие милашные соцветия. Вот они такие кругленькие. Очень милый сорт. Мне он очень понравился. Сейчас я второй кустик вам покажу в своем миксбордере. Ну и вот мой второй кустик Groundbreaker. Здесь соцветия, конечно, больше. Не взяла с собой линеечку, но здесь гораздо больше. Но он немножечко сейчас попозже будет цвести, я вам еще и попозже покажу. Но здесь уже, наверное, сантиметров 17, и он еще будет открываться. То есть смотрите, какие крепкие побеги. Сейчас я вам покажу. Ну, достаточно прочный побег. Вот он не склоняется, он пружинит. Такой кустик аккуратненький. Но он повыше, чем в контейнере. Все-таки в контейнерах им немножко тяжеловато. Потому что у нас и в Подмосковье и жарко целое лето. Был маленький период, когда шли дожди, но в основном под 30 градусов. Ну и вот соцветия, видите, какие. Вот только-только вот открываются. Когда будет розоветь, если не будет у нас морозов, я вам обязательно покажу. Вот соцветия только открываются. А рядом Little Blossom, тоже детище Алекса Шумахера. Так что, кого заинтересовал этот сорт, обращайтесь, пожалуйста, пишите.
И вот еще обратите внимание, посмотрите любителям колиусов. Еще раз покажу. Смотрите, пожалуйста, ампельный мелколистовой колиус. Смотрите, какая красота. Вот какие саженцы. Вот они просто горят на солнце. Вот очень яркие, красивые. Любителям колиусов, смотрите. Очень красивый сорт. Спасибо всем за внимание. Всего доброго и до встречи.